Доктора можно будет увидеть? Ты проводишь, что ли? Ведьма-врач? Будешь темпить за КБУ Джуниор против Империи сегодня? Ну, я посмотрю определенно. Так, Варлукинг и ЛЦ, да? Хороший ли выбор Санкинг у нас будет? По-моему, мне нравится пока что. Nice игнор. Пикевич, ты о чем? Ты о чем, брат? Если я тебя заигнорил, то прошу прощения, я весь в расспросах. Я один, вас много, я не успеваю за всеми. На турнире один на один будешь потеть? Но если еще один будет, то да, конечно. 2К самый лучший рейтинг? Возможно, да, кстати, ты прав. Там реально люди поадекватнее играют. Когда, кстати, Тайсон... Я не знаю, Влад. Давай об этом после стрима, а то меня отвлекает еще и Steam. Мне тяжело за чатом следить. Играет Алвов. Да, Вов, ребят, я в этом году не играю, к сожалению. Ребят, кукусики, кукурузики, хорошего стрима, крепкого здоровья, птичи тоже здоровья побольше. Спасибо большое, парень. Спасибо. Очень приятные слова. Не скажу, что адекватнее. Ну, нет, на самом деле, насчет адекватности. Там просто в чем плюс этого рейтинга? То, что ребята, в принципе, понимают, что они не особо хорошо играют, и они готовы сотрудничать, в принципе, в любых моментах. А вот на 5К и выше, там начинаются проблемы с каким-то непонятно откуда взявшимся ЧСВ. Это неправильный подход к доте вообще. Который тебя курить научил? Ну, вообще редко, но... Вообще, да. Я не скажу, что я там с ним вообще там как-то после этого перестал общаться. Плюша, здорово, братик, здорово. Как завести друзей? Брат, ну на улицу выходить надо периодически. Если в интернете сидишь, то и там даже можно друзей найти, но... Не знаю, это слишком сложный вопрос, по-моему. Ты, по-моему, припоздал. Хотя на самом деле в любом возрасте можно найти друзей, это не проблема. Так, Мангулес возьмем. Вообще, типа, ну, если ты взрослый, то на работе можно друзей найти, если работаешь. На учебе. Правда, много есть нехороших людей, но, я думаю, каждый уёбок такого же уёбка может найти, и он станет твоим другом. Я не говорю, что ты уёбок, я вообще к примеру говорю. Как говорили там, как говорится, каждой твари по паре, ну, это про отношения, но вообще, по факту, можно найти друзей таких же, как и ты. На голову ебанутых, либо наоборот, не ебанутых. Можно профессоров найти, если ты профессор. Почему Керри опять поменяли в тиме? Слишком много проблем с ним было. Во-первых, подход к игре относительно отсутствует практически. Во-вторых, молодой и нестабильный, ну и по игре слишком все грустно было в последнее время. Так что как-то так. Он может на уголок сюда поставить. Ладно, я пошутил, ребята. Не гоняйте меня. Так, Варлук саппорт, это плохо. Это плохо. Нам надо хорошо заблочить. Захожу на стрим, а тут базар заебанутых. Так, деда как-то пропустить надо и вторгнуться. Сука, в эту банду, блядь, теперь я назад его вообще откинул. Дед, ну почему ты не проходил? Жалко, что дед не прошел, конечно, ну ладно. Хотя бы одного надо выпустить, чтобы его быстро ваншотнули крипы. Типа, что за забеги там по лесу? У нас Бэтрайдер слишком много времени въебал, это хорошо. Так, это загул, не пизда. Или нет? Но я их сильно размял, кстати. Сейчас отрегенимся. Мне бы третий как-то взять. Будет получше смотреться наша игра. Отстань, Варлок, отстань. Отстань, брат. Не, в казино не пойду сегодня. Все правильно. Так, дайте крипов. Зачем ты просто так в меня хилки кидаешь? Сколько у тебя маны?
что за жесткий варлок, господи Иисусе. Мне транквилы нужны на этой линии, и будет все хорошо. Так, там стрелы появились, но первые стрелы это не так опасно, конечно. Уебываем. Бля, ну тут регенчики надо вести, курица ездит, да, это плохо. Ладно, подождем, слишком далеко тоже убивать, убегать не будем. Пойдем экспу пополучаем где-то здесь в кустах. Upcure your guys, please. In 20 seconds. If possible, of course. Блять, сука, тупанул, фэр-фэр на себе. Так, один русский есть, хорошо. Есть русский саппорт? Апните курицу, ребят, через 6. Да-да-да-да, сейчас апну. Хорош. Хвостик, здорово, брат. Давай-давай, Варлук, давай, иди сюда. Давай воевать. Опа. Ну-ка, стоям бы нахуй. Подраться хотите? Хотите подраться, суки? Как же вы бегаете? Как же вы бегаете? Ай! Мама! Какая боль! На ком там банды остались? Не осталось бандов, ёб твою мать, поехали на базу. Алик, ухудшилось ли твое самочувствие после 20 лет курения или все как раньше? Да на самом деле нет. Я не чувствую такого, что я прям как коня дышку там имел какую-то. На самом деле, по-моему, когда я поднимаюсь здесь, допустим, на этаж какой-то, там не на второй, на третий, то присутствует такая тяжесть какая-то в дыхании. По-моему, это за лишнего веса, а не из-за курения все-таки. Я не скажу, что я там бегаю или еще что-то. Возможно, если я буду бегать, буду испытывать какие-то проблемы с дыханием. Что-то не. Это определенно. Курение это должно какой-то осадок оставлять. И опять же, в защиту курения это не говорится, ребят. Так что не думайте, что я защищаю курение. Это все плохо. Не слушайте меня. Никакой рекламы в моих словах не должно быть по поводу этого вопроса. Так, мне... Пятый как-то вольготно взять с транквилями. Будет вообще найс. Там, кстати, руна есть. Возможно, ее никто не брал даже. Привет, почему Волва досит версуту, а ебаных малоштормов кидает на инвайт? Не знаю. Не знаю, не могу понять. Я сомневаюсь, что Волв кого-то додосит. Им это не нужно. Кто выиграл турнир 1-1, выиграл его Картман. Так, по таксу уже тяжеловато будет подходить под варлока. Хотя на 4 левела. Ну, вот так вот сделаем. Третью пассиву. Тихо. Хорошо пошло. Хуёво то, что я стан не третий взял, но мы, походу, без ульты на 6 будем. Куда-то варлок ушел. Варлок мисс, ребят, осторожней. Так, а давайте сфокусируемся на игре, меньше пиздежа, а потом на картах с вами поговорю с удовольствием. Так что не обижайтесь, если что-то сообщение не будет прочитано. Мне нужна курочка. Курочка срочно нужна мне. Так, а теперь Soul Ring будем делать. Потом можно уже будет в дагер вольготно выходить. Мне вредное курение полезным спортом, ходьбой, например. Ну, я понимаю, парни, что надо бросать курить когда-то. Но пока что мне это не особо мешает. Есть убить его? Хотя, может быть, поздно, конечно, можно, да. В определенный момент. Какая хитрая Траксата, а? Там тело бегает еще. Окей, LC, guys. Сейчас, подожди. Он пробежал, да, походу? Или нет, не успел? Бля, он походу пробежал, я пошел его в кустах поищу. Стой здесь. Ты поможешь. Иди-ка нахуй с кустов. Все. Ошибка, господин.
Я ее прогнал, она убежала. Но можем подойти. Можно Траксу гангнуть. Мне плюс один нужен. Кунки вполне хватит. Ну хз, доставка на мап. Любой один. Короче, я тут останусь. Там фарлок подошел, я останусь беду. Я типа пойду ее поразбинаю, ты просто можешь потихоньку подходить. А, не у тебя, я понял, окей. Их тут трое. Там перплан. Еще и бодрайдер здесь, фрайфлай проебал. Окей, окей. Ну он пошел внизу от нейтрала, да. А, где? Пускай подтягивается, ребят. Так, мы возьмем четвертый стан определенно. Они тебя увидели. Так, солдинг надо подождать. Варлок вообще лысый, да? Тебе пизда, подруга. Сейчас, подожди, я пойду крипа. Здорово. Он с дуэли, кстати. Блять. Мама! Мама! Гайс, я надеюсь, доставали телефон и снимали этот момент. Было хорошо. Так, я пошел назад на линию. Плохо то, что день еще был, у меня там лишние тычки налетели еще на меня. Там лука сходит, смотря. Ты начинай играть? Да. Да. Они. Кунка, можешь вешать как грейв, я сразу нападаю. Ой, грейв, крест, короче. Крест торрент. Ну, далековато, плюс я листа. Самое главное, марочку качай, и все будет. Да есть марка. Ой, я могу варлока разъебать вообще жестко. Иди сюда, мой братик. Иди ко мне, братик, иди сюда. Не хочешь? Ладно. Я запущу линию, за тавер сможем зайти. Стойте там, с той стороны будете выходить. Ну давай. Сейчас нам в лесу регион выйдет. Ебем мышь. Хорошо. Сайленс, катим, у меня ульта будет. Бля, больно. Очень больно. И там мышь прям всю впитал, можно сказать. Это косяк был. Нельзя было соуринг нажимать с таким лоу хп, ну ладно. Я еще ульт въебал и умер. Хуёво. Шкалоло, здорово. Башри, здорово. Здорово, брат. Бля, у нас еще инвокера убили. Ебать, хорошо, хусик отъехал. Найс. Беги, на нем много минус армора. Террорчик, будет что-нибудь такое? Я не достаю. Там дагер, оно летит. Блин, на верочку. Да, надо было манго юзать, кстати, а, блядь. Окей, ладно. Ебать, это долбоёб. Ладно, сори. Я ж после турика манговый король, блядь. Я далеко. Вы сильно там не дайвите. Он глупый. Надо герок делать, срочно. И пассивку надо четвертую. Ой, ладно. Так, Са, куда-то кач ушла, да? У тебя двое. Окей. А, не один. У меня один точно. Ти-ти-ти-ти-там! Ему тычку не дал-то плохо. Надо тычку всегда давать после подкопа. Мы заберем сейчас крипов. Крипчики, алло! Надо тавер запушить. Есть.
пошли, 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 убьем. Ты же умрешь, да? О. Хорошо! Так, манго продать. Эту хуйню продать и коледуем, стоим на даггер. Найс. Так, нам тут Юл определенно нужен будет. Потом сделаем академию. Батрайдер слишком толстый. Ширья! Байка из жизни. Дед у меня уже в годах. Всю жизнь, что я помню, он курил. И до сих пор спрашивает, курю я или нет. Не кури, внук, это наркотики. Лет 5 назад ему из-за тромбы в 2 ноги нахуй отрезали, до сих пор живет и курит. Суть байки, живи так, что и без ног пожить захотелось. Да, шутка, не кури. Вейнер на стримере, спасибо большое за поддержку, за такую поучительную историю, надеюсь, меня это не настигнет. Ну, спасибо, как бы там не было. Лучше линза, чем его... Не. Копай. Дайте жить! Ну ебаные банды, я не выжил бы. Это больно. Нихуя ультимейт от Хускара! Лодку только не выкидывай, хорошо. Красавцы. Запушите тавер, там тавер вообще простывший прям. Стримить можно и без ног, все правильно. Верно подметил. Так, тут капля есть, этого мы не возьмем даже через уль. Лоси надо трахать. Перемещайтесь на мид, еще на миде тавр заберем, но нам вот эти вот первые тавра внешне надо позабирать. Это слишком много голды для нас. С даггером. Он чуть АФК что ли, лол? Чуть другой. Ладно, забей. Еще тычку катапульта? Прям вцепились, ребята, в вышку. Хорошо, можно дальше. Да эту хуйню подцеплю через 2 секунды, бегите на него. Хорошо. Тавр, не дай. Тавров. Страксу зацеплю через 2 секунды, пойдемте. Марочка, успеваете? Свап что-нибудь? Отойдите, нет. Отойдите, ребят. Нет, не доставал. Какой-то паникер там, отойдите. Остановитесь. Все, расходимся. Можно топ попушить? Они вообще, в принципе, ничего не могут сделать сейчас. Там голема еще секунд 20, нету 30. Окей. Не хотят. Олег, брат, ты в мажор будешь калиброваться? Вчера калибровались уже. Пока не пошло. Так, тут реген появится, я жду. А, сори. С командой катаешь? Да. Сегодня КВшки будут. Я до КВшек, в принципе, пока и включу трансляцию. Так, реген. Так, реген Альберту, пожалуйста. Почти. Зря, получается, ждал, стоял.
Эй, ау, эй, ва! Там торца стоит, могу копнуть, Сларк, побежишь на нее прямо сейчас? Раз. Бежишь? Я поднял, поднял, иди, иди, иди дальше. Гуд. Что это за басы, блядь, от негров? Алло, я в машине, что ли? В баклажановом лоносе сижу, блядь. Или вишневый лонос, да, вишневый лонос. Это жесткая тема. Там такие басы можно ставить. Пол багажника, который занимает. В магазин хуй съездишь. Пакеты на руках везешь. Зато весь багажник в сабвуферах. Страшно, наверное. На каком ММР сейчас катаешь? На плохой ММР, ребят. Мне аж стыдно говорить об этом. Я ищу себе еще. Ходить не тяжело. Стали в штанах прошли, да. Мне повезло. Вполне комфортно себя чувствую. Малефик 23, саб в 9 лет. Спасибо большое, брат. Добро пожаловать на стрим снова. Я рад, что ты с нами. Дай бог здоровья. Алекс, сколько у тебя порядочность аккаунта? Если что, чтобы чекнуть нит консоли, прописать Dota Game аккаунт дебаг. Мне это не надо, ребят. Порядочность, непорядочность. На кому оно нахуй нужно? Не хочу лишние какие-то хуйни про себя узнавать в своем аккаунте. Не хватает моих цифр ММР. Чтобы не сморалить себя. Что лучше, 14 или 15 взять? Ну без разницы, один хуй та же помойка. Да пошли ты три. Ну если у тебя есть предпочтение седан или хэтчбэк, как бы. Вообще, хотя эти слова, блять, применять к этому мусору вообще невозможно на самом деле. Чё они зацепили? Цепляйте, цепляйте. Райдеру пизда. Чё, дальше продолжения нету, да? Голема въебите просто, чтобы не бегал. Господи Иисусе. Надеюсь, этого никто не видел. Залагало, ребят. Я хотя бы банды не поймал, слава богу. Блядь, даггер успевать не буду. Что-то я хотел по двоим копнуть, а там хусик рассыпался, ой, не хусик, а этот варлок рассыпался моментально, и Фускар отошел влево. Нормально, Сапа? Взорвало молодого, хорошо. Сорян. Что-то какие-то изи катки стали, или мне кажется. Но сейчас, если типа по ММРу сейчас считать, то 5 побед подряд, по идее. Раньше было хуёвее гораздо. Это все после стрика, сколько там, 18 игр подряд я въебал. После этого я перестал рейтинг играть. Если рейтинг порядочности меньше 7к, то, как сказал Березин, игрок хуесос. Лол. Я не буду набирать это на стриме, после стрима подгляну глазом одним. Олег, блядь, я пошел ведь ВК чекать. Так а я при чем? Я ж не сам себе ВК пишу. За что первый момент вы ебанулись там? Алик, что у тебя под глазами, пиздец, как вселенские черные дыры, ты вообще спишь? А, ну парень, на что ты жалуешься? 2 года не был в пермаче на этом канале, охуели вообще. Парень, читай правила канала, эти правила стоят с нового года. Даже, возможно, больше. Так что за незнание, в принципе, ты не избегаешь ответственности. Если ты этого не знал, если ты сидишь на канале 2 года и этого не знал, то у меня для тебя плохие новости. БМО, здравствуй, брат. Так, ребят, перекурчик, 2-3 минутки, далеко не разбегайтесь, я к вам сейчас вернусь. Ширья! Фаак! Yeah.
give me a reason, even we can never scream and bloody Johnny back in his beach. Let's take a wheels up in his pieces, but we'll be a bloody murder. On any record, then they suck a nigga beat.